Сильные духом, отзывчивые и верные своему делу. Без этих качеств работать медсестрой просто невозможно. Александра Королева в профессии более 8 лет. Она работает медсестрой-анестезистом перинатального центра и, как правило, спасает сразу две жизни – матери и ребенка. В этом деле важна молниеносная реакция и каждая секунда. Александра уверена, в ее деле мелочей не бывает. Это командная работа всего медицинского персонала. За годы, проведенные в реанимации, она ни разу не пожалела о выборе жизненного пути. Мне кажется, это должно быть призвание. Я так думаю, что мой выбор я сделала не ошибочно, потому что я получаю массу удовольствия, а человек должен просто получать столько удовольствия на работе. И только тогда, то есть я не только, можно сказать, работаю, но я живу в этом. В конференц-зале областной клинической больницы собрались лучшие из лучших. В свой праздник члены Ассоциации медицинских сестер решают важные задачи, в том числе и то, как поддержать молодых специалистов. По мнению главной медсестры перинатального центра Елены Алешиной, современный представитель профессии должен уметь все и быть немного врачом. Интеллигент, интеллектуал, имеющий высокий уровень образования и обширные знания во всех направлениях, не только в медицине, но и это психолог в первую очередь, это человек, обладающий высокими моральными качествами, потому что нынешних пациентов выдержать очень сложно. Современная медсестра действительно универсальный специалист. Они не только людям помогают хорошо, но и поют. Мария Рудаем, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».